26 июня 2021 год. Уфа, парк Первомайский, озеро Тепличное. Сегодня суббота. Снова жаркая погодка. Такое яркое солнышко. На небе уже есть облачка. Даже тучки вот идут, видно. По прогнозу, возможно, гроза, но гроза такая, без дождя. Завтра, в воскресенье 27 июня, возможен дождь. Ну, как говорится, поживем, увидим, посмотрим, как оно будет. Пока просто прогуливаемся в парке Первомайский около озера. Голуби на водопой прилетели, уточки плавают. Не так давно здесь чайка была озерная с черной головой. На канале это видео будет. Вот сейчас жара пошла, ветра нет, и достаточно жарко, знойно. Обходим вокруг озера. Вот здесь. Это туннель или коридор, или арки с лампочками. Вечером светится красиво. Впереди вот кольца. Фотосессии устраивают. Здесь вот такая вот калиточка типа. Коммуникация. Труба вот идет. О, стрекозы летают. Синяя стрекоза. И вот уточки. Ну и здесь вот такие скамеечки деревянные. Там типа как пенечки. Вот эти скамеечки круглые. И вот уточки. Ну вот их сколько. Они думают, что сейчас кормить будут их. Обычно хлеб приносят что-нибудь покормить. Вот они привыкли. Поэтому они даже зимой здесь. Прямо по льду ходят. На канале есть видео тоже с этим. Замерзшее озеро, Тепличное, и уточки прямо по льду ходят. Просто любуемся озером. И сейчас пройдемся по парку.
горячая кукуруза, мороженки всякие, прокат. Туалеты работают с 8 вроде утра до 12 ночи. Квас, попкорн, сладкая вата в ту сторону. ДК УМПО, спортивные площадки, тренажеры, турники. Здесь сцена впереди. Парковка для великов, прокат. Вот эти скамеечки со столиками, можно сидеть, беседовать. Вот она сцена. Деревянные настилы местами, вот такие. Площадка для собак. Там вот остановка на улице Орджоникидзе. Остановка называется администрация Калининского. Детская площадка. Много раз здесь снимали тоже. Ну и вот эти туннели. Там дальше туннель с дождиком. А здесь вот такой с лампочками. Туннели или коридоры, или арки, или как это называется. Ну и детская площадка здоровенная. Тоже много раз ее снимали. И зимой, и весной, и летом уже. Питьевые фонтанчики установили. Ну, может, не питьевые, но, в общем, фонтанчики. Такой фонтанчик бьет. Можно руки сполоснуть, можно попить. Вода не знаю какая. Конечно же, скорее всего, водопроводная. Но если сильно жарко или хочется выпить водички, вот есть фонтанчики. 3 штуки. Обычно здесь ажиотаж. Вот они. Обычно все время многолюдно около фонтанчика. Ну вот, кто-то пьет. Если сильно хочется, если жажда, то можно и выпить. И вот смотрим на озеро сейчас. Мороженка тоже. И сейчас идем к кольцам. Вот они впереди. Здесь можно фотосессии устраивать, да и просто гулять. Здесь вот такая клумба. Пока что единственная в парке Первомайском. Такая красота. Ну и вот дальше футбольное поле. Тренажеры. Эти, как их, турники. Также. Ну и дальше
дворец культуры «Моторостроитель». Засушливая погода в этом году летом, поэтому газоны вот сейчас такого цвета, где нет полива. Вечная память, защитникам Отечества, павшим, выполняя свой воинский долг. Ну и здесь сладкая вата. Прокат. Вот такая эмблема. Парк Первомайский. И вот тренажеры. Дальше турники. Скамейки привезли. Тоже в парке будут устанавливать. Скамья модульная. Город Челябинск. Ну, ремонт в парке еще продолжается. Асфальт вот кладут в той части впереди. Вот это все. Фастфуд. Плитка частично еще есть. Ну и вот вся эта техника. Вот впереди асфальт клали недавно совсем. Вот в этой части положили асфальт, вот совсем новенький, вот он. Там дальше это кафешка, музыка играет. Ну, частично асфальт кладут, дальше вот плитка. И частично вот эти деревянные настилы, дорожки тоже в этой части. Там еще работы продолжаются, коммуникации прокладывают. Потом будут класть покрытие какое-то. Ну, дальше 51-й дом по улице Черняковская. Так, ну вот понятно. Так это все сейчас выглядит. Вот павильон соорудили. На первом этаже, наверное, будет какая-то торговля. На втором этаже смотровая площадка. Так же, как и в той части парка, где остановка. Там кофе на первом этаже, еще что-то. Ну вот скейт-парк впереди. Сейчас по деревянному настилу пройдемся, идем на улицу машиностроителей. Вот она совсем рядом. Ну, мы и так сейчас находимся на машиностроителей. Парк относится к улице машиностроителей. Расположен он по этому адресу. Впереди улица Первомайская, главная улица Черняковки. И вот сейчас мы выходим на площадь перед Дворцом культуры. Субботний вечерок, теплый, летний, народ гуляет, отдыхает. Ну и вот площадь перед дворцом. Огромная широкая площадь. Есть где разгуляться, покататься вот на всяких скейтах, самокатах и прочем.
Вот впереди будет остановка сейчас. Но это в ту сторону на вас ехать. А если в центр или на проспект Октября, это вот впереди остановка. Прекрасный вечерок. Всем спасибо за внимание, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!